Перед началом этого ролика я хочу воспользоваться моментом и поздравить всех девочек, девушек, женщин, мам, бабушек, ну и, конечно же, подружек моего канала с праздником 8 марта. И пожелать вам крепкого здоровья, горы счастья и много любви. И еще знайте, что мы, мужики, все, что мы делаем, это или из-за вас, или ради вас. Так что не унывайте, оставайтесь такими же оптимистичными, улыбайтесь там почаще, будьте всегда красивыми и любимыми нами. В общем, как-то так. Давайте начнем. Всем привет, друзья мои и подружки. Сегодня, вот как видите, с Адельханом, со всей семьей. Идем на праздник 8 марта. Тут в деревне какой-то концерт намечается. Не концерт, а так, на улице какие-то там игры всякие. Пляски, песни. Посмотрим, может, что-нибудь интересное будет. Поснимаю там. Давайте, поехали. Конкретный гололед, еле поднимаюсь, вообще скользко. Даже коляску нереально толкать, жесть просто на улице. Каток, надо коньки одевать. О, наконец-то дойдем до асфальта, а то тут нереально ходить. Очень скользко. Вот тут уже намного лучше. Земля. Адельхан. Вот мы и дошли до Дома культуры. И тут, как обычно, развели костер. Обязательно будут готовить что-нибудь вкусненькое к чаю. Пока народу нет, все походу спят. Уже 10 утра, все спят. Как видите, на сельчанке тут жарят нам вкусный куймак, ну или блинчики. Вот таким образом перекрыли дороги, народ уже начинает подтягиваться. Скоро начнем сам праздник 8 марта. А мини-мастер серьезно следит за этим. Наконец народ начал подтягиваться, просыпаться. Тут уже начались игры всякие там. Нормально, прикольно. Несмотря на ветер и гололед, народ все равно активно участвовал в играх и весело проводил свое время. Вот еще одна странная игра, таскать мячик с помощью лопаты из одной точки в другую. Тоже веселая игра. Людям нравится. Следующая игра — это уже на меткость. Надо попасть вот в этот мишень снежком. Каждый человек бросает 3 раза, ну 3 попытки. Кто больше попадет, тот и выиграл. Победителю, как всегда, приз. Да, время? Нормально? Ура!
Это уже мои односельчане показывают свое мастерство в лыжном спорте. Следующая игра — это уже хоккей с картошкой. Тут уже показывают свое владение клюшкой. Вот такие вот у нас хоккеисты. В общем, как видите, было еще куча интересных игр, где наши женщины показывали свое мастерство и умение. Наш праздник подошел к концу, люди расходятся там, ну некоторые еще остались, пьют чай там, разговаривают, беседуют. Я уже пошел домой, вот такая небольшая ставка от деревенской жизни вам, надеюсь, понравится. Ну и на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся на следующем видео. Желаю всем здоровья и отличного настроения. Всем пока.